Убери это, брат. Чего? Иди за мной. Черт, я пошел. Эрнест, если тебе предъявят обвинение, ты выпутаешься. О чем вы? Ты выпутаешься. О чем вы говорите? Какие обвинения мне предъявят? В чем меня могут обвинить? Эрнест, у меня много друзей, очень много друзей. Значит, у меня лучшие адвокаты. Они защищают меня и будут защищать тебя. Так что не волнуйся, никто до тебя не доберется, сынок, никто. Спасибо, король. Просто Вилли в истерике, а я не знаю, как все наладить, но ты должен сейчас это подписать. Случись что с тобой, Паи должны остаться в семье, иначе и быть не может. Но случись что со мной, а что может со мной случиться? Ничего с тобой не случится, это просто формальность. С тобой ничего не случится, потому что я такого не допущу. А ты тоже подписал? Ну да, подписал. Конечно, подписал. Моя жена не больна. Его жена не больна, но он подписал. Мы все должны подписать. Это гарантия того, что деньги останутся в семье. Сынок, Байрон, оставь нас. Конечно, король. Ты в порядке? Да, я в порядке вроде. Ты только не бойся. У тебя нет причин бояться. Нет, я не... Уколы ей делаешь? Уколы? Да. Да, делаю. Все, что полагается. Весь пузырек? Да, да. Все делаю как надо. Она у меня спокойная, очень спокойная. Продолжай в том же духе. Слушай, Эрнест, я знаю, ты любишь Молли, и я ее люблю. Но что скрывать? Она умирает. Ты сам знаешь, мы ничем не можем помочь. Все в руках Господа, и Он уже ждет ее. А ты должен быть с ней рядом, давать лекарства, чтобы унять боль. Ты ни разу не пожалеешь о том, что не отходил от нее, пока не настал ее час. Ни секунды не пожалеешь. Ты у нас сильный. Так ведь? Сильный? Да. Будь рядом с ней. И подпиши это. Точно надо? Надо подписать, сынок. Ладно, король.